Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Джек Шепард, это марафон по Heavy Rain. Пятница, 18.36, 143 мм осадков. Зачем же ты, Мэдисон, одна пошла? Анна Шепард сказала тебе, что это Скотт, да? Или фамилию Шелби назвала? Но мастерство не пропьешь. Ты так спокойно. Квартира мастера оригами. Здесь наверняка можно узнать, где Шон Марс. Так, к столу скорей. Позвонила бы полицейским, чтобы сюда приехали. Пистолет. Взяла бы, господи. Он работал в полиции и отлично знал, как именно будет происходить расследование. А мусорка что? Вот откуда тянет дымом. Улики горят синим пламенем. Он уже сжег их. Полицейская форма. Доверяйте, дети, полицейским. Они шли за ним, как агнцы на заклание. Там что за есть? Орхидеи. Чтобы нигде не покупать, эту скотину их сам тут выращивал. Шон Марс. Этот псих смотрел, как он тонет. Какой-то колодец, постепенно наполняющийся дождем. Медленная смерть. Осталось совсем немного времени. Здесь должна быть подсказка, как найти колодец. Нужен пароль. Джон. Ладно. Шепард. Макс. Вот оно. Макс. Так Джон в детстве называл своих бумажных собачек. Это еще что такое? Адрес. Наверное, там спрятан Шон Марс. Скорее, нельзя терять ни минуты. Орхидеи, которые он клал на грудь жертвам, он выращивал их здесь. Ой-ой-ой. Да ты узнала мою маленькую тайну. Довольно, Скотт. Ты убил всех этих детей, чтобы найти отца, способного спасти ребенка. Заткнись! Ты ничего не понимаешь. Ребенок еще жив. Его еще можно спасти. Отпусти его. Не поступай, как твой отец. Иди туда. Опа. Да нет, это бессмысленно.
Да куда ж ты идешь, господи? Ой, эта скотина дом поджег. Давай, 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 ломай. Да блин, давай. Умница, умница. Ну, в ванной. А если там газ взорвется? Давай. Тихо, 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 тихо. Туши, туши, туши. Выбирайся, выбирайся отсюда. Забьюсь, если спрыгну. Должен быть другой путь наружу. Да не прыгай, конечно, смысл-то. Ой, твою мать. Я же даже не вижу, куда идти. Давай, 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 давай. Роняй, ну. Умничка. Хватит лошадь. Прыжок. Там же все рванет, там же все рванет. Господи, прячься в холодильник. Я не знаю, куда еще. Выкидывайся нафиг. Она выбралась. Все, езжай быстрей. Нет, да куда она поедет-то? Полицейским позвони адрес, скажи там, ну. Джейден. Я знаю, где спрятан Шон Марс. Надо позвонить тому парню из ФБР, Джейдену. Больше доверять некому. Он сможет спасти его. Смысл Итану звонить, он так знает, где что. Подтвердить. Давай, давай. Норман спасет его. Меня зовут Мэдисон Пейдж. Вы не знаете меня, я журналистка. Времени нет, слушайте внимательно. Итан Марс невиновен. Имя убийцы – Скотт Шелби. Шон спрятан по адресу 852 Теодор Рузвельт Роуд. Записали? Постойте, откуда вы... Я потом все объясню. Позвоните в American Tribune. Там за меня могут поручиться. Торопитесь.
Шон Марс может быть жив. Давай, 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 давайте все спасать ребенка, мать вашу. Я вообще в шоке. А? Ребенок? Пятница. 7 часов 22 минуты вечера. 148 миллиметров количество осадков. Склады какие-то заброшенные. Это Итан приехал? Да. Сколько времени осталось? Шон! 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 Где же он? Шон! А, похоже. Шон! Шон! Вон. Шон! Я уже очень давно. Давно ищу. Откуда ты взялся? Ищу отца, готового сделать то, что не захотел. Жертвовать собой, чтобы спасти сына. О, я искал, искал, искал. И тут я вспомнил тебя. Да ладно, мать его. Столько убийств? Всего лишь поиски отца, способного спасти сына? Всего лишь поиски отца? Ты хоть представляешь, каково чувствовать себя ничтожеством в глазах собственного отца? Поверь, я страдал. Не меньше своих жертв. Я прошел все испытания. Верни мне моего сына! Он здесь. Осталось только открыть решетку. Норман! Ой, умница! Давай, давай, давай! Итан, Итан! Сломай замок как-нибудь! Чем-нибудь. Арматурину. Ну, что угодно, быстрее. Вот. Давай, 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 давай. Ну же. Сильнее. Шон, держись. О, отлично. Открывай, 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 открывай. Ой, господи. Ну же. Шон, 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 Шон. Доставай сына. Доставай, давай, 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 давай. Все. Он жив. Сзади! Ну куда? Куда я кричу? Кому? Так, соберись. Сейчас уже глубокая ночь.
Давай, давай, давай. Пинок. Отлично. Увернись. Умница. Левей. Давай. Да ты сейчас меня все что ли тут скидаешь? Полицейский, пристрелить его, ну. Не успел. Все по местам. Преступник вооружен и очень опасен. По приказу открываем огонь на поражение. Повторяю, на поражение. Эш, снайперы на местах? Да, лейтенант. Они ждут команды. Отлично. На сей раз он не уйдет. Открываем. Они-то огонь, это на Марса ловят. Он высадится. Эй! Вы там! Что вам нужно? Лейтенант, меня зовут Мэдисон Пейдж. Я журналистка. Скорее. Я докажу, что Итан Марс невиновен. Он не мастер оригами. Что здесь делает журналистка? Я же приказал всем молчать. Уберите ее, пока не полезла под пули. Есть, лейтенант. Ладно, пошли. Вы совершаете ужасную ошибку, лейтенант. Итан Марс невиновен, я докажу. Ну так. Ой, я не успел. Держись, держись. На тебе по лбу. Я доверял тебе, я играл за тебя, я Лорен спасал. Я верил тебе, скотина. Получай. Давай. Не умирай, сынок, пожалуйста. Давай. Дыши. Давай. Ну же, дыши. Давай. Давай. Спасай его. Шон. Ну. Он жив. О, Шон. Я волнуюсь, как в первый раз. Проходил эту игру когда-то. Я думал, ты умер. Папа. Я знал, что ты. Время. Шон. Слушай, ты самое лучшее, что есть у меня в жизни. Я хочу сказать тебе, что бы ни случилось, я люблю тебя больше всего на свете. Я еще жив. Я выпил яд час назад. И не умер. Неужели это был не я? Эш, убери ее наконец. Марс не виновен, черт возьми. Он не виновен. Ну. Эй, вы куда? Давай. На мотоцикл. Газу, девочка. Что она делает? Твою-то мать.
Ждем приказа, лейтенант. Внимание всем. Отставить огонь. Повторяю, отставить огонь. Мэдисон? Что случилось? Там копы. Снаружи. Они окружили склад. Только ты выйдешь, откроют огонь. Я выйду один. Поговорю с ними, объясню. Ну да, искать шпулю в лоб. Вот вас. Слушай, мы выйдем все вместе, подняв руки вверх. Всех нас не пристрелят. Я могу доказать твою непричастность, Итан. Слушай, прости, что не поверил тебе. Я думал только о Шоне и решил... Неважно. Самое главное, ты спас Шона. Тихо, тихо. Да у меня щит есть, тварь. Спаси меня! Пожалуйста, спаси! Да твою-то мать! Да. Он же бить меня начнет опять! Я был на... Спасибо! Сволочь! Я не дам тебе легкой смерти. Не надейся. И он все равно упал. Норман, держись. Держись, держись, держись. Держись! Господи. Все закончилось. О, слава богу, все закончилось. У меня нет слов. Это одно из самых лучших приключений. И вообще одна из самых лучших историй, рассказанных когда-либо в видеоигре. Точно, у меня же все четыре выжили. Четверо героев. К всеобщему облегчению, полиция сегодня объявила, что Шон Марс найден совершенно целым и невредимым. Мальчика держал в колодце убийца-мастер оригами. Такие новости были под музыку. Успешное спасение мальчика стало возможным лишь благодаря Итану Марсу, которого полиция одно время считала убийцей. Его невероятная смелость и упорство позволили сорвать жестокие замыслы мастера оригами. Комиссар полиции принес герою официальные извинения. Главная новость дня. Наконец-то полиция выследила убийцу так называемого мастера оригами. Скотт Шелби, белый, бывший лейтенант полиции, он выдавал себя за детектива, нанятого семьями жертв убийцы.
Шелби был убит в ходе проведения полицейской операции, однако подробности событий пока не уточняются. Скажем так, ее подобрал друг моего друга. Если нравится, берем. Эй, пап! Я вроде выбрал комнату. Ну, что скажешь? Это чудесно, Итан. Мы забудем о том, что случилось. И будем жить обычной жизнью. А прошлое вскоре покажется дурным сном. Мы заслужили право на счастье, Итан. Все трое. Наш гость попал на этой неделе на обложку «Мира сегодня» и признан всей страной новым героем нашего времени. И недаром он почти единолично положил конец серии жестоких преступлений, совершенных мастером оригами, и спас мальчика по имени Шон Марс. Его решительность и острый ум заслуживают восхищения. Кто же? Норман Джейден. Норман Джейден. Здравствуйте. Скажи мне, что ты не пьешь триптокаин. Молодец. Департамент правосудия, Федеральное бюро расследований написано. Двери. Танчики. Нет. У тебя все-таки поехала крыша. И виртуальная реальность стала реальной. Как так? Я же не пил триптокаин. Кладбище. Лорен. Как она тут все это переживет? Ты убил моего сына, Скотт. Ты вспоминал об этом, когда обнимал меня. Не знаю, зачем ты все это сотворил. И ничто не может тебя оправдать. Как же я презираю тебя. Я тебя презираю.
Насколько я помню, в одной из концовок, если бы мы не узнали, что Скотт Шелби — это убийца оригами, и поймали бы Шона Марса, либо убили, то она бы потом встретилась со Скоттом, и они жили бы долго и счастливо, по-моему. Либо бы встретились, но она как-то сама догадалась и узнала. Итак, сценарий и режиссура Дэвид Кейдж. Дэвид Кейдж уже говорил. Господинный продюсер. Франциско. Ну что ж, ребята, Heavy Rain закончил. Это был долгий, надеюсь, для вас интересный марафон. Очень надеюсь, что вам понравилась эта игра и мое прохождение. Ну, я говорил, что я не так много комментировал, потому что это все-таки интерактивное кино. В общем-то, с вами был Джек Шепард. Досматривайте титры. Увидимся еще. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Счастливо. Ах да, вот эту сцену мы с вами не видели перед этим. Помните, когда я ушел из дома чертового того хирурга? Так у него, оказывается, в подвале была там целая лаборатория, он бы нас вырубил и держал там в заложниках. И пытался распилить. Но ему бы это не удалось, ну либо удалось бы. Как хорошо, что я взял, что нужно было, и ушел. Только было всяких разных ходов событий. А, почему-то, да. Титры подвисают. Ну да ладно, в общем-то, я с вами уже попрощался. Попрощаюсь еще раз. С вами был Джек Шепард. Счастливо.